Всем привет, это Бибой Чирит, я представляю команду Illusion of Exist, и сегодня я с вами на Break Advice. Итак, тема сегодняшнего урока From Air Chair to One Hand and From Air Chair to One Elbow. Самое первое, что мы должны уметь для того, чтобы сделать эту пресловутую комбинацию, естественно, стоять и уметь делать этот тот самый Air Chair. Лучше, конечно, если вы можете уже держать в нем баланс, или же лучше пару раз прыгнуть. Окей. Вот все. Можете стоять, чувствуете тело, хорошо. Но это только половина успеха. Теперь вам надо направить ноги наверх, немного толкнуться и немного вытолкнуть себя рукой. Тело смотрит вверх, ноги тоже толкаются вверх. И делаем небольшой прыжок рукой. Вот, если вы после этого залипли еще на немного, вообще здорово. Итак, если вы вот этого не умеете, этого минимума, то, ну, есть вероятность, что у вас получится, если у вас очень сильные руки. Но как бы будет сложнее. Итак, сам выход в локоть. Выход в локоть на самом деле очень легкая тема, потому что если вы направите ноги в правильную сторону, ровно наверх, и у вас тело будет достаточно развернуто, даже не нужно будет делать особо никакой прыжок рукой, вас с толчка выкинет. Итак, смотрим. Все, тело немного смотрит наверх, рука уже готова толкаться. Сейчас я закину ноги наверх и сразу сделаю толчок. Пуп. Вот, все очень просто. Смотрите, главное рукой, когда вы выкинули свой таз наверх, просто подставляем руку на локоть. Почему я говорю, что толкаться очень нужно, да, и как бы важно, в какую сторону ты толкаешься и куда идет инерция. Потому что если ваш таз не будет наверху, будет вот такая вещь. То есть вот, если задница у вас не наверху, любой трик у вас не получится. Потому что самое первое, вы должны транспортировать, куда вам надо задницу. А потом уже рука дойдет или что-то иное. Итак, следующее, что я хочу показать. Я бы так сказал, это следующий уровень этой же фишки. Air Chair One Hand. Итак, тут немножко посложнее, так как свой таз вы должны выкинуть ровно вверх, чтобы, ну, как бы было видно, что вы хоть в руку вышли. Итак, тут очень важно, как этот таз направить. Смотрите, вот моя техника была такая с самого начала, как я учился. Сначала ноги к себе, а потом вы раскрываетесь во фриз, то есть в какую-то конструкцию, которая вам нужна. Вот, к себе и во фриз. То есть вот, идет раскрытие. Какой бы вы фриз не хотели, да? Или сразу на себя. Вот, я показал самый легкий, потому что у нас одна нога идет в одну сторону, другая в другую, и получается таз ровно вверх идет. Вот, что я еще хочу порекомендовать, да? Если уж так, пробуйте сразу, если вы выучились чейра в локоть, пробуйте сразу обратно. Но для начала лучше с поддержкой. Смотрите также, встаем на локоть, таз наверх, небольшой толчок ногами. И вот запомните, просто движение рукой такое отсюда. Все, вы просто сразу ставите. Итак, получается. Отсюда так. Еще раз, вот посмотрите. Ноги мои ушли назад. Это потому, что я о них не подумал. Всегда думайте о ногах во время трикса. По крайней мере, сначала. Потом уже это все будет на автоматизме, но о ногах забывать нельзя, потому что если у вас ноги пойдут не туда, все, вы сразу окажетесь на заднице. Итак.
делать связки, не забывайте, что ноги должны работать, как будто вы прыгаете на руке. То есть не залипайте на локте. Оп. И сразу обратно. То есть, как я вышел, я особо не ждал, сразу толкнулся обратно. Вот, так сделать легче. Потом уже с уровнем, там, со временем можно вылетать, там, да, там, под музычку рафигарить, там, обратно, что хотите. Ну вот, для начала, вот так вот это было у меня. Итак, всем большое спасибо за внимание. С вами был B-Boy Chirito, Illusion of Exist, Break Advice, ай? Now recognize. Break Advice.